Коронавирус не отступает, но жизнь не стоит на месте. В Ульяновской области открываются новые производства, регистрируются индивидуальные предприниматели, появляются рабочие места. Елена Васянина из Корсуна не побоялась пандемии и открыла небольшой салон красоты. До этого женщина 7 лет занималась парикмахерским искусством как индивидуальный предприниматель. Но пандемия внесла свои коррективы. Во-первых, клиент боялся, я боялась. Потом запретили вообще нам работать. И уже у меня просто был страх, на что содержать семью, на что вообще платить налоги, потому что платить их все равно нужно было. Елене пришлось закрыть бизнес и зарегистрироваться в центре занятости. Параллельно обучилась на мастера маникюра, но бездельничала наша героиня недолго. Услышала в СМИ, что есть такой социальный контракт. Обратилась в соцзащиту, мне там все подробно рассказали. Я составила бизнес-план. Вот, мне именно нужно было на покупку оборудования для маникюра. Таким образом, Елена получила 81 тысячу рублей. Арендовала помещение, оборудовала его и начала работать. Недостатка в клиентах не испытывает. По словам сотрудников соцзащиты, в этом году в Корсунском районе заключили 8 контрактов. И если раньше люди брали деньги для развития подсобного хозяйства, то сейчас мода меняется. В этом году лишь 2 контракта взяты для сельского хозяйства. Остальные – на развитие бизнеса и регистрацию самозанятости. К нам приходит много людей за консультацией и одобрением социального контракта. Люди в поиске разных решений для того, чтобы выйти на путь самообеспечения. Но со всеми проходит длительное собеседование. Мы рассматриваем случай каждый индивидуально, персонально. Отсматриваем, выходим на место по месту жительства и по тому месту, где люди планируют открывать и регистрировать самозанятость или регистрировать индивидуальное предпринимательство. В топе видов бизнеса – открытие магазина для розничной продажи, ногтевой сервис, парикмахерские услуги и даже ремонт бытовой техники. На сегодняшний день одобрен еще один контракт по парикмахерскому делу. Девушка прошла обучение в Москве у стилиста, хочет открывать барбер-шоп. В 2021 году в Ульяновскую область поступит финансирование из федерального бюджета в размере более 400 миллионов рублей для развития системы соцконтрактов. Срок заключения соцконтракта от 3 до 12 месяцев, а сумма возможной единовременной помощи в следующем году будет увеличена до 250 тысяч рублей. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.